Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Driver51Rus. Значит, сегодня на обзоре версия игры у нас ничего не меняется, как обычно, и, наверное, долго еще не поменяется. Значит, сегодня у нас будет на обзоре УАЗ Узора. Узола, вот как правильно. УАЗ Узола, автор Виталий Шлегель. Мода, да, давайте прокатимся. Мод играет со Спинтайра с плюсом, там надо обязательно устанавливать, потому что УАЗик на гусеницах. Вот. То есть гусли у нас тут тоже рабочие, ребята. Посмотрим, я, может быть, чтобы он лучше отображался. Не знаю, играет он в мультиплеере, не играет, не написано было. Значит, попробую сделать ему еще билборд, так что скачайте, уже с билбордом будет он отображаться у вас, с билбордиком, если тут нет билборда, сейчас я гляну, нет билборда, видите, нету, я сделаю билбордик, и по ссылочке скачайте, будет он отображаться вместе с билбордом, вот такой на гуслях будет билбордик у вас. По поводу Scania, ребята, пока ничего не скажу. Приватная машинка. Сейчас я их, видите, крашу, будет 8 штук. Значит, пока приватом она висит. Не знаю, пойдет она вообще, не пойдет, или так приватом останется. Будет 8 различных модификаций. То есть пока покрашена, текстуру натянул я на 3. И там дальше будет видно по аддонам, по всему. Как бы. Смотрите на канале, в группе. Значит, на УАЗик Узола сделаю я билборд, так что будете скачивать, будет он отображаться. Давайте поедем прям, прокатимся на побережье, да? Посмотрим, как у него там работают гусли, что там по аддонам. Значит, ну с аддонов у нас, ребята, дефолтная гаражная тележка от Шишиги цепляется, да? 300 ремонта, 1 очко гаража. Есть. Так. Сверху ставим. Значит, такой у нас обвес и груз. Сюда можно, в принципе, прописать было какие-нибудь палки там, чтобы возило. Ну ладно, бог с ним, пока ничего нету. Значит, и ставится у нас груз сюда. 400 литров, 800 ремонта, 4 очка гаража. То есть за раз сейчас поедемте. Давайте, ребята, откроем гараж какой-нибудь. На побережье побыстречку прокатимся. Вид из салона, значит, присутствует. Панелька. Тут что-то темненько, надо было покрасить как-нибудь. Вася у нас сидит. Не спать. Не спать, блин. Испытываем новые гусли. Ну все, ребят, погнали, да? Выглядит так, в принципе, офигенно, прикольно. Все, ребята, рабочие гусли. Все тут работает, ну-ка, покрутимся на нем. Кстати, реальная моделька автомобиля, то есть в реальной жизни этот УАЗ Узола существует, кому интересно, можете в интернете набрать. А реально он такой есть. В различных даже модификациях, там, с кузовком, стентом, все как надо. Не забывайте, ставьте обязательно Спинтайра с плюс, который идет в комплекте, он устанавливается в корневую папку, там, я не помню, 3-4 файла. Вот. Даже, возможно, если хотите, там, обычно сейчас на Спинтайра так там не ставят, вот это удаление камеры, я могу свой запихнуть, в принципе. Ой-ой, пока я тут записываю, тут он уже уехал, как не туда. Значит, управляется, как обычно, кнопками все там. Главное приноровиться. Расход маленький. Сейчас тут палки пособираем. Застревают они, вот как нет. Да нет, он просто по ним едет. Офигенно причем едет. Забавный такой драндулетик. Реально прикольный, кстати. После вот трактора ДТшки, которая последняя вышла вот с путевыми гуслями, да, он тоже, в принципе, гусли вообще адекватные. Адекватный автомобиль.
Вообще прикольно. Ну, единственное, что там ему можно какие-то было загрузки, дрова там накидать. Но это все, в принципе, можно сделать. Сейчас просто у меня много там чем. Я занимаюсь одни скани и убиваю столько времени, что некогда даже что-то выложить, записать. Давай через грязь поехали. Нормально чешет, что вообще офигенный драндулет. Может быть, есть какие-то недочеты, но как-то я сильно на них внимания не обращаю, не вижу как бы таких основных. Для игры, как бы, в принципе, вообще адекватный мод. Прикольный, такой своеобразный. Это вот тут обычно машина все время все буксует. Да вообще, смотрите, просто он просто едет, короче. Обалденная техника. Читерский УАЗик, кстати, ребята. А вот смотрите, как он идет. Везде проедет, я чувствую. Через все, как говорится, жопы грязевые. Вообще обалденно чешет. Управление, да, вот надо приноровить, вот это ловить кнопками. А так, в принципе, не знаю, как там на руле, руля у меня нет. Донат никакой не идет. Никто там не помогает. Слеган сушечки хоть там по десяточке мы кинули, е-мое. Приходится выпрашивать иной раз. А так, до руля добраться. Вообще, да не, обалденно едет, вообще обалденный драндулет. Вообще, мне прямо в радость. Надо скрин сделать. Надо сделать скрин. Пока светло. Ай, блин, криво. Ладно. Сейчас я как-нибудь. Текстурка вот на парк отвижу. На стеклах. Немножко кривая. Ну и как будет. Хрен-то с ним, все это можно поправить. Да, видите. Так все, ребят, в фотошопе можно поправить, так что ничего страшного. Лопаты такие с топорами. Все как положено. Да, Виталий молодец. Нормальный драндулет замутил. Все, ребята, гусли. Гусли пошли. Нормальные гусли нам выложили. Теперь ребята мододелы прочитали, наверное, там как все. Сюда надо прописывать правильно. И все, сейчас, ребята, гусли попрут, только свит. Уже я видел, по-моему, у Сереги пасечника в группе. Там уже вроде бат кто-то на гусли ставит. Бат М, так что тоже, думаю, наверное, скоро появится. Так что все, ребята, скоро гусеничной техники будет, я чувствую, море тут у нас. Это вообще прикольный. Прикольно вообще для разведки. В принципе, тут я думаю, сейчас народ и попропишет все, и прицепка, и груза, тут все сейчас народ доработает, допилит, поперекрасит, и все будет отличненько. Будет офигенный у вас узола. Ну, в принципе, и так офигенный покататься. Вот, даже вот видите, для обзора я взял. Просто интересно стало, какие тут гусли. Файл, причем как там эти исходными, ну как исходными, не воркшоповскими файлами, то есть там можете посмотреть и в Максе поразбирать там все, что хотите, кто умеет, кто там может, хочет. Поэтому обалденный УАЗик, на обалденный гусках, одно могу сказать, в принципе, мод хороший. Может быть, где-то что-то по мелочам, но в принципе все адекватно. Бакрин, видите, здоровый. Не знаю, правда, какие вот в реальной жизни как бы у него там моторы стоят.
мне кажется, наверное, дизельные. Хотя, может, и бензиновые, бог его знает. Не смотрел, вот я лично не интересовался. Я говорю, кому интересно, можете залезть посмотреть, но УАЗик вот этот в жизни реально существует. Смотрите, спокойно, ни камни вроде там ничего не залипает. Вроде ветки тут, ветки ломают. Дифференциал, кстати, ехал даже ни разу. Но с дифференциалом он, ребят, не поворачивает, по-моему. Да, не поворачивает. Это я все ехал без дифференциала. Давайте в самые грязи тут залезем, да? Ух, какой. Ну, по-моему, это грязь, как будто ее нет вообще. Ну-ка, давайте сюда лужу засадим. Это вообще жесткая. Реально читерский батончик такой на гуслях. Смотрите, это вообще тут грязь, жестяк просто. Вот это что он делает, просто едет. Все, вот мы, ребята, добрались до гаража. Сейчас мы, так я понимаю, его разгрузим с собой. Получается, 4 очка гаража притащили. Сейчас мы его расчехлим тут. Бац. Давайте вторую же даже не будем открывать. Давайте просто ради прикола поставим этот груз обратно. Пусть он будет. Мало ли, вдруг сломаемся. Там ремонт же есть, все есть. Да вообще на ура такой УАЗик. Так, заправка туда можно. Назад давай. Так что да, ребята, хорошие гусли слили сейчас всю прописку, все там в них можно посмотреть, наверное. Поэтому сейчас, ребята, кто тракторами занимается, гусеничной техникой, они тут сейчас быстро понаделают всего. Все, что есть, там подправят, возможно. Много чего свежего, наверное, появится. Угу, залили тут у нас сверху. Канистр, конечно, не видно, но и бог. Наверное, где-то что-то есть. Как бы не критично это все, я так понимаю. Так что вот, билбордик я сделал, чтобы, ребят, отображался этот УАЗик у Зола. Нормально при загрузке. Не знаю по поводу мультиплеера, врать не буду. Не проверял ни с кем. Как он там работает, не работает. Для одиночной игры он шпарит вообще без вопросов. Всю грязь просто проезжает, как по асфальту. Забавный такой автомобильчик. Вездеходик, можно сказать. Сейчас мы его прогоним до гаража, сейчас через берег пройдем там. Да вообще для него грязь не грязь, по-моему. Просто едет и все. Гусли, что вы хотите? Все, колесики, ролики, смотрите, у него играют там. Хороший автомобиль, мне понравился. Еще бы было время там покатать их с кем-нибудь там по карте, я не знаю. Тут только чисто на обзоре записать его остается, и все, все покатушки по большому счету закончены. Потому что там работа не початый край, надо еще все поперебрать, поперетряхнуть, что-то выложить. Много всего валяется, что-то доделать. У вас патриот, ребята, тоже висит уже все. Колян Джанкин, значит, вот перебрал. В Максе перетряхнул. Вот мне сейчас осталось только его подсобрать. Так что скоро еще, не знаю, по времени. Не долбите вопросами ВКонтакте. Значит, когда
говорю, он скажет, что скоро, там, я думаю, в течение, наверное, месяца он появится. Уже он, в принципе, пересобран, аддоны уже у меня там есть определенный, сейчас вот со светом, сейчас после Макса все там перетряхнулось, надо переправлять, все подгонять, добавлять, и тоже, я думаю, скоро он появится. Появится. Просто запихивайте, значит, папку будет файлами, папочку медиа, или через программку запускать его, значит, да. Он будет там с прицепами совсем, и будет, наверное, в воркшопе я его залью. Наверное, для друзей, но он будет там без прицепов, просто аддоны, которые сходят или идут, которые пойдут в воркшоп, значит. То есть они, значит, которые исходными файлами будут, то есть там тут прицепов не будет, будут аддоны только. Для друзей, наверное, я его там тоже открою. Вот, в стене. А так основная версия будет выложена с прицепами, с дровами там совсем. Смотрите на сайте SP Mods, не ST, а SP Mods. Ну и думаю, наверное, все-таки, если мне позволят, так как за последнее время меня тут шваркнули на STMO, да, партнеров сайта, не знаю, дадут мне там загрузить, не дадут. Вот. Ссылочка на SP Mods, ребята, смотрите, у меня в группе в разделе ссылки, Рената сайт, да, и... В принципе, можете проходить там, регистрироваться. Кстати, сейчас Ренат на сайт набирает партнеров, так что у кого есть там желание, возможности, да, проходите, ребята, на сайт, можете там написать Ренату по поводу партнерки на сайте, да. Ну, также можете в личке написать Ренату, в друзьях вы найдете у меня. Ну или так найдете. Личность известная, так что найти, я думаю, при желании можно всегда. Так что имейте в виду. Значит, по поводу розыгрыша, ребята, значит, как только в группе уже там 1800 человек у меня, да, скоро будет 2000, будет розыгрыш игры лицензионной Battlefield Company 2 стимовской. Значит, как только наберется, давайте сделаем так, как наберется на канале 2000 человек, разыграем, ребята, наверное, спинку лицуку также. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу, ставьте лайки, делитесь видео, делайте репосты, короче, все как всегда. Блин, надо было там поглядеть, может, в проекте отдавать. Ломанем мы там по дороге, там жесткая грязь. Так что имейте в виду. По поводу розыгрышей. Мониторьте, опять же, все в группе на канале. По поводу там доработок, что должно выйти, ребята, тоже. Вся информация. Смотрите видео. В основном видео, как бы, если я там не ночью пишу, когда жена спит, да, то я иной раз там не могу просто разговаривать, потому что все-таки человеку надо отдыхать. Я же не буду по духам сидеть и тараторить, правильно? Поэтому некоторые видео идут без звука, да, без озвучки, скажем так, что там уже стояли. Она там уже сворачивается. Как гусли, как тут шлифуют. Ну, давай, погнали в гараж. Ну, так что иногда я просто пишу без голоса, не озвучиваю, просто пишу ночью, когда могу поговорить, тогда могу, когда нет, то уж извиняйте. Так, и там еще 157 должен, ребята, доработку надо доделать, по-моему,
там Дмитрия Романенко, КД, который 157-й. Плюс там добавлены моды Рони от 157-го. От Романа, значит. То есть там тоже будет своя сборочка. Шишигу надо доделать тоже. Короче, работы много. Так что большая просьба, сильно, ребят, не отвлекать там вопросами, которые оговариваются в видео. Я просто не буду на них отвечать, если я в видео что-то говорил, и задаете потом такие же вопросы, мне пишите, я на них отвечать не буду. Просто нет времени просто реально отвечать по 10 раз на одно и то же. Я бы и с радостью, но сами понимаете, да. Времени и так не хватает. Надо и на работу сходить, и по дому там дела поделать. Тут только переехал, тут ремонт полным ходом. Значит, как-то так, короче. У меня вообще обалденный, ребят, УАЗик. Обалденный ГУС, я опять же повторюсь еще раз. Хороший автомобильчик. Конечно, да, есть недочетики там на крыше, да, там вот эта вся текстура лежит. Ну, да это и все на букву Х, как говорится. Так, в принципе, он обалденно выглядит, обалденно едет. Все это, ребят, можно подправить, подкрасить. Так что вот, Виталий Молочага сделал прикольный у вас УЗОЛа. Да, прообзорили, ребят, качайте. Билбордик я сделаю, через редактор прокину его, чтобы он отображался нормально. Значит, ссылочка будет под видео на канале, также будет в группе ссылочка. Скачивайте, хорошие, нормальные, адекватные гусли. Вот все, ребят, наверное, с вами был, как всегда, Драйвер51Рус. Ставьте лайки, короче, все делайте так, как надо. Вот. Всем удачи, всем пока, здоровья, счастья, любви, мирного неба над головой. Пока-пока.